нашей великой победе был услан телами павших. Но это было необходимо. Тридцатое апреля 1945 года. Когда Резнов первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том... кого мы должны брать пример? Зверство, которое он называл героизмом, признак не человека, а дикаря. Но я видел героев, других героев. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха! Родина примет нас в свои объятия как героев! Родина ждет от вас последней услуги! Еще больше! Все еще под обстрелом, нас могут убить. Значит, мы погибнем, сжимая глотку врага.
разбегаться! Фрицам подошло подкрепление! Все как один, товарищи! Держат с той стороны! Нужна помощь! Должно быть, крыша уже близко, а мы далеко зашли. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона не заходят в здание. Не долго кровожадному сердцу фашистской империи. Пусть разбирается в стране. Мы должны прорываться вперед. Победе! На балкон! Там, наверху! Всем знать, что мы победили! Дмитрий! У тебя получится, дружище!
У тебя всегда получается. Только ты достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломи. Когда-нибудь все изменится, дружище. Родина примет нас в свои объятия как героев. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Of his most cherished wish, the freedom